Готовый селфи-объект или опасное здание? Эта постройка, похожая на языческого идола, когда-то была холодильной установкой, примыкавшей к магазину. Почему именно такое решение было выбрано строителями, непонятно. Известно только, что уже много лет постройка по назначению не используется. И ветшает день ото дня, пока жильцы дома по адресу Жарова, 8, не могут договориться, нужна ли она в их дворе. Обратились даже к депутату. Жители на него жалуются, были обращения в администрацию. Я думаю, что мы найдем скоро решение, потому что жители собирают подписи на имя меня, на имя главы, чтобы во дворе вот такой объект убрать. Потому что двор сейчас красивый, в прошлом году там много чего сделано, а вот он как-то не вписывается в общий пейзаж. Часть жильцов переживают, что постройка обрушится и пострадают дети, облюбовавшие ее для своих игр. Остальные всячески стараются огородить идола от внимания ребятни и защитить от сноса. Они все хотят сломать, чтобы им стоянкой побольше было. Ну, дети лазят, правильно, может быть, и несчастный случай, малыши упадут тут что-нибудь. Так заделать все дыры кирпичом и покрасить, или щекотурить. Есть же такая, наверное, возможность, правда? С одной стороны, это готовый объект для ивановского селфи-маршрута, если выстоит и не разрушится. Снести нельзя восстановить. Запятую в этом предложении, вероятнее всего, предложат поставить ивановцам. Вопрос о сносе постройки пока в подвешенном состоянии. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.